привет! Ну что, мы в Иляне, сегодня у нас выходной. И это видео просто о том, что мы делаем в Иляне, что мы делаем вообще, как мы развлекаемся, маленький город. Наташа, не выходи из кадра. Видите, как Наташа развлекается? Да, видите, как мы развлекаемся. Ну просто здесь большой молл, большие магазины, и на улице жарко. Вот я одета так, потому что всегда кондеры дуют в моле. Ну как-то вот. Такое у нас видео будет показательно-развлекательное, что мы, в принципе, делаем в нашем городке в Иляне. Можно не только посмотреть, условно, дворец Шейха Заида или самый большой зоопарк, можно просто пойти и развлекись в море. Ну, шопинг. Какие еще развлекухи могут быть? Идем посмотрим, что можно делать на шопинге. Пошли. Ну, вот примерно такой вход в молл. Но дальше мы уже идем и начинаем развлекаться. О, подожди, я хочу это... А мне тут... А Наташка витаминчики всякие снова в аптечку заворачивает, как прям в видео про Дубай Молл. Ну где еще Наташу можно найти? В ароматах, конечно же. Что у нас тут интересного? Ароматы, что за фирма? Это Свисарабиан. Свисарабиан. Ух ты, мне уже нравятся эти флакончики. А it's for men? Коронами. It's for men? Спрашивает у ребят. Unisex, yes. Это унисекс, вот, то есть это не для мужчин, не для женщин, унисекс, для всех. Шаграф, как бы. Ой, я прям... Шараф? Диджей Шараф? You know the store? Магазин тут есть электроники. Популярный диджей Шараф. Шараф. Шараф? О, правильно произнесла. А ну, понюхай. Он очень нежный. А ну. Excited? Возбужденный. Very excited, да. Окей. Хайям есть. Наташа еще валла. Валла, look like really? Валла? Валла? Ну, типа как валла, серьезно? Классный. 189 дирхам. 189 дирхам. А вот тот тебе понравился еще, вот этот вот шагав. This how much? 125. 125. Ну, хорошая. Ну, уж понимаете, Наташу можно найти сразу в косметике. Вот здесь, кстати, большой магазин такой. Мы находимся в Иляне. Смотрите, сколько всего. Мы показывали магазин, туда вот подушки можно идти. Показывала когда давно видео. Вот. Туда вот можно обувь, там одежда, и тут косметика просто целая куча. Это в моле мы находимся, в Джимми Моле. И это просто один магазин Центерпоинт, который я постоянно рекламирую, потому что здесь классная одежда. Ну, кстати, если это из арабской парфюмерии, это Свисарабиан тоже хорошая парфюмерия. Обратите так, внимание. Кстати, вот не нюхала, смотрите название. Валенсия, Венеция и Касабланка. О, боже мой. Всю, всю. Даже без спорно. Ну, правильно же, всю. У меня прическа сегодня растрепанная. Всю, всю парфюмерию надо перенюхать. Это вообще... Касабланка, Валенсия и... Что еще, Наташа? Что-то мне не нравится. Что там у нас? Венеция. Венеция. Сейчас. Давай, ты главный герой романа здесь. Валенсия. Мне не нравится. Валенсия. Мне нравится, что они такие разноцветные. Да, зелененький, красненький, желтенький. Ну, как там. Как-то так себе, да? Ну, тоже супер. А ну, давай мне немножечко. О, мне, слушай, нравится. А он такой спокойный. Такой немножко сладенький, немножко, как я люблю, такие океанские ароматы, не крепкие. Ой, слушай, прикольный Валенсия. А почем? А ну уточни у ребят, сколько. А how much Валенсия? $199. Also Venice and Casablanca same price? All bra, all set $269. All set 269. Yeah, ага, а один 199 стоит. Вот мне Касабланка больше нравится. А Валенсии, ой, Венеции нету. Моя Касабланка вообще не чувствую, ребят. Вообще не почувствовала, не поняла. Вообще. Ванильная как-то приятнее. Ну, давай, а Венецию давай. А Венес? No? No. А, нету тестера. Смотрите, Наташе Касабланка, мне Валенсия. В общем, Наташе в Марокко, мне в Испанию. Вот. Ну, вообще, конечно, Наташа любит это дело, так что если... Вам нужна консультация, просто идите в наш плейлист «Распаковка и ароматы». Очень много мы сняли видео, до сих пор снимаем, ходим, нюхаем. Наташа очень это любит. Посмотрите, какие коробочки. Ну, это просто новогодняя елка, что ли? Не могу понять. Что это такое, Наташа? Возьми, Нечего. Пожалуйста, новогоднюю елку. Покажи. Говорит парень, это ут. Ут? А, понятно. Это мне нужно отходить подальше. No? Это же понюхать нельзя. Закончился, да? Ну дай мне колпачочек. Наташ, ну ты новогоднюю елку сейчас нюхаешь. Немножко есть запах.
чуть-чуть. Ну, такой вот, пока вот спокойный вот, не нормально. Фекалиями пахнет нормально. А вот, кстати, здесь тоже есть разные-разные всякие, всякие ароматы. Кстати, если стоит недорого, не взять, а значит, что он плохой. Не обязательно. Правда? Если стоит недорого, не всегда плохой. На каждый цвет и вкус найдете. Красивая. Шейха и Шейла. Шейха и Шейла. Красивая. Угу, интересный. И такая вот мозаичка, сейчас да я приближу. Вот мозаичка. Ну, красиво. Умеют они бутылочки оформить. Посмотри, какая большая коробка. Коробка, да. Коробка огроменная. Мне так нравится всегда такой большой такой... упаковочный такой коробок, можно сказать, и такой небольшой, небольшой флакончик, но смотри, как красиво оформлен, вообще классно. Ну, на подарок, а сколько он стоит? Люди будут довольны. 269. Кстати, смотрите, вот мои любимые мисты. Лолита Бонита. Ну, кто такое придумал название прикольное? Лолита Бонита. Это, значит, смесь воды и парфюмерии, очень легкий, я таким люблю брызгаться, когда я иду на тренировочку или когда я на работу иду. А how much Лолита Бонита? Лолита Бонита 51. 51, 51. The offer, 6 pieces. Лолита Бонита, okay, and one piece for hair, okay, version for hair. Ага, на волосы брызгать. One, и маслица какие-то. And two oil, one piece small, one piece big. This for hair, for body, ага, for face, okay? Да, то есть для лица, shower, тела, for sun. После душа. All this $199, half of $40. Все это, all this? Yeah. All this $199? $199. 199, круто. It's because of big holiday, yeah? Offer, потому что праздник так, большой близится. Валу, а здесь хаям я купила. А да? $189. Красивые полочки, красивый магазинчик. Просто вот мы ходим, наслаждаемся. Всякие масочки есть, чтобы вы понимали. Thank you guys. Маски для лица, и смотрите. От 5 дирхам. То есть все есть, много чего. От 5 дирхам? Да, от 5 дирхам. Масочка Наташа смотрит. Что там у нас? Авокадница. Масочка авокадница. Это манго. Видно, да? Да. Я просто отодвинула так, чтобы на селфи-палке не снимать, потому что иногда жбегут, не разрешают снимать. Брокколи. Брокколи. Вырастет брокколи. Класс, вырастет брокколи, да. Крестики. И будет у вас такое все в брокколи на голове. Тоже брокколи будет так. О, брокколи на голове. О, прикольно. Смотри, остался битрут. Показывать. Один битрут. Ничего себе, один бурячок, популярная маска, ага. Наташа. А что? Не знаю. А ну, дай-ка я пройдусь по этому. Как он? О, маракуйка? А я не знаю, как не, он. Это не маракуйка, забыла, это наш этот чесночок мы называем. А это его. Как тебе нравится? Оливка фаршированная. Оливки на лицо. Ну, как же этот фрукт называется? Так, смотрите. Я его чесночок называю. Да, чесночок мы называем. Смотрите, в описании забыли мы название его снова, но вкусный. Апельсиновая масочка такая, все есть интересно. Это салат просто, да? Да. Мне уже съесть хочется. Ой, я уже есть прям хочу. А, это набор, смотри. А сколько здесь масок? 6 штук, что ли? Набор масочек. Не понимаю. Боже мой, так, срочно, срочно покушать нужно. Классно. Ух, пальчики, кстати, смотри, шарколь, уголь и медовые. Ну, от 5 дирхам это хорошая цена, вообще чуть больше доллара. Ну, то есть вы понимаете, в каком отделе мы любим находиться. Это просто шикарно. Ну вот, с другой стороны, смотрите, вот обошли, и вот просто тоже целая куча ароматов. Арамис. Арамиса нет, понюхать, просто ой, интересно арамис. Это старый аромат, да? Ну да, ты поняла меня? Слышишь, я напомню. Вот, арамис стоит, давай. Что-то такого из Советского Союза. Я не хочу. Ну на меня давай, на меня. Ставьте лайк, народ, я не люблю запахи. Такой, да? Ну, арамисом, знаете, таким немножко таким арамисом, таким мушкетерским пахнет. Не подходит, не берем. А мужской. Да, мужской такой вот, такой, знаете, арамисище. А это что, арамис? Что ты взяла? О, арабеску, название арабеска. Арабеска. Хадис, наверное. Хадис. Хермис. А мне снова бутылочки нравятся, смотри. Дезери, Пэшн, Лав. Ну, это такое, не люблю. Ну, просто бутылочки, само оформление радует. Так и я не очень люблю. Так что там с арабеской, что с запахом? Фэнтези, это реально фэнтези. Такой, но это для волос. Для волос? А, я не понял. Это все. А арамис тоже для волос был? Нет. Это они так и вот. А что тут у нас сзади?
О, а Малага почему нет? Малага, Малага. Давай Малагу, Малагу понюхаем. Как же все блестит, ярко сияет. Прикольнее. Да? Да. Ну-ка, дай мне. Хороший такой, свежий такой, вот свежий аромат. Но это из тех ароматов, которые, я считаю, нужно брызгать, а походить немножко в моле и вернуться на следующий день, подумать, купить ли. Да, Наташа? Для волос. Для волос, ну, для волос хороший. Если для волос сразу брызгать, то вот, знаете, интересно. Так, вот такой вкратце у нас обзорчик такого вот места в Эляйне, Эмират Абу-Даби, город Эляйн. Так, Центрпойнт здесь находится, и тут это только один магазинчик из многих, а молы здесь классные. Так что, вот такой вам лайфхак. В Эляйне не только можно в зоопарке и Шейха Заида смотреть, шоппинг тоже классный. Ну вот еще и лайкики магазинчика. Ну покажи, Наташа, что ты выбрала. Купальнички, вот такой купальнички, да, распродажа. Ну покажи, сколько он. 32, 29 стоит. Это не купальничка, это только насиснейщик, да? Сори. Вверх. Да, вверх. А это купальник 34. Да, не купальник, а это трусы. А это только трусы. Ты два размера взяла. А, два размера ты взяла. Да. А, не, ну все равно прикольная распродажа, да? Ну, сейчас посмотрим. Да, все, вот чем мы занимаемся в Эляйне в выходной. Просто вот вайкики, выходим вайкики и просто развлекаемся. Покупаем, кушаем, нюхаем всякие парфюмы. Вот, в общем, кстати, люди часто здесь просто оставляют, а за вас убирают. Как-то я зашла, помню, была прикольная футболочка, я даже себе померила и забрала. Вот так вот. Не мешаю. Все, вот такая вот небольшая раздевалочка, да, помните вообще шопинг в Дубае Моле и там раздевалища. Все, давай, Наташ, развлекайся. Мне не подошли Наташке труселя, вот, а лифчик уже мерить как-то тогда бессмысленно. Да, Наташ? Ну да. Да, так что, ну, пойдем развлекаться в другое место. Ну что, делаем шопинг. Вот джинсы уже выбрали на распродаже. Ли Купер, покажи вообще джинсы. Как я уже рассказывала, фирма Ли Купер очень классная, здесь очень ценятся. Много футболок, джинсов они делают. Так, а какую-то ты эту хотела еще футболочку взять, не? Не, ничего не возьмем. Ну, пошли сейчас, идем в раздевалку. Еще много всего, много всего. Смотрите, это я уже все показывала. Так, ну идемте в раздевалку, будем раздеваться, будем мерить. Вот такие здесь прикольные сделали. Вот хочешь, просто оставляешь. Тут он единственное, где можно поставить. Сейчас посмотрим, как там Наташа эти джинсы будут. Как они влезет, 89 стоят, да? Сейчас. Мы взяли 30 и 32. Вот Наташа выходит сейчас, говорит даже, что может 28 размер нужен. Опять это высокие, да? Да, какие-то невысокие такие. Не, ну это модель такая. Да. И вот еще вот так вот нужно носить, видишь, подъезд делать. Ну да, ну прикольно, как бы, не знаю, как тебе нравится. Ну, если они не знаю. Удобные. А? Они удобные. Удобные? Ага. Ну, вот видите, 89 моделька стоит, и это Ли Купер. Опять-таки, Ли Купер мне нравится, классная фирма. Знаешь, они такие вареночки такие. Да. Из нашего такого детства, такой, из нашей молодости. Прикольные вареночки. 89, но это нормальная цена, это меньше 25 долларов точно, может, 20 долларов, не знаю. Ну что, и пойдем посмотрим эти, пойдем посмотрим 28-й. А? Ну давай сейчас я тебе видео покажу, в общем, Наташа оценит, да, и посмотрим, как, в общем, оно будет. Ну вот так вот, такие вот дела у нас, такая раздевалочка, я уже сказала, что, да, прикольно. Я сейчас пойду принесу. Да, он Наташа сейчас пойдет, принесет. Так, мне за тобой идти или нет, а то как бы... Ты там живешь. Да, ну ладно, остаюсь. Вот давай. Наташа возвращается, уже какую-то шляпку себе взяла, прикольно, что за шляпка такая. Даже класс. Ну, это не фетр, понятно. Кстати, женщина-охранник, она ищет, кто оставил эти вещи. То есть она говорит, кто это оставил? Я говорю, не знаю, мы уже когда тут пришли. Мы давай. Пришли. Говорит, классно, надо брать. Thank you. А сколько она стоит, шляпка-то? Сейчас узнаю. Сколько цена какая? 39 всего лишь, 30-10 долларов. Ну, тебе в ней реально классно. Народ, что вы там в комментах скажите? Сейчас Наташа еще померяет джинсики, 28-й. Как ей? По-моему, вообще. По-моему, просто классно. Ну давай все, давай меряй джинсики.
Все, сейчас Наташа снова выходит, и так последние джинсики, которые поменьше. А шапочка, что без шапочки вышла? Вообще, на съемку, что это за модель такая? Так, давай, одевай шапочку. И вот она выходит наконец-то в шапочке. Ты еще наоборот одела. И вот она. Все, выходи, давай. И модельненько пройдись. Так, сейчас тебе все хейтеры напишут комментарий. Вот так вот давай. Нога вот так почему? Вот должна идти. Почему? Почему? У нас очень много хейтеров, но есть также люди, которые пишут хорошие комменты. Я прямо сзади как хвостик. Нет. И я за тобой иду такая. Есть люди, которые очень приятные, их много. Да, спасибо вам. Кстати. Спасибо. Давай шляпу сниму перед ними. Вот. Ну так какие мы джинсы в конце концов выберем? А ну скажи, я не будем знаю, ли мы покупать? Ну я не знаю. Ну отлично. Все. Тогда мы выбираем эти брюки. Подожди, говоришь, что на выпуске. И они стоят 89. Ну, в принципе, классно. Нет, я сейчас выберу. Действительно, варенка с тех времен. Да. И шапочку мы тоже возьмем, конечно же. Обязательно. Обязательно. Шапку, да. Вот. Вот такой сегодня стиль. Я не знаю, если честно, смотри, это все-таки наперед получается. Если тут бирки, а тут какие-то такие. Боже, подожди, может это просто я так... А, это залома. Нет, не залома. Ты заломала так. Нет, это специально. Ну, теперь вот так вот шапочку поставь и скажи, люди, напишите коммент. Нет, вы просишь что-то. Нет, напишите комменты, пожалуйста, набросайте комменты. Хорошего вам дня, короче, и все. Всем привет. До встречи.